Утечку на 70 лет октября в районе дома номер 18 обнаружили в выходные. Вода вытекала на проезжую часть. Как сообщили в горводоканале, произошло два разрыва на трубе, которая питает дом. В результате на время ремонтных работ его отключили от водоснабжения. Аварийная бригада работала здесь с утра. На время выхода программы ремонт в стадии завершения воду в 18-й дом пустят в ближайшее время. Утечка на водопроводе и по Володарского-Мартемьяновской. Здесь повреждена уличная чугунная труба диаметром 200 миллиметров. Сейчас понижено давление воды в нескольких домах Павлодарского, а также в частном секторе улицах Гайдара и Первомайской. Устранять аварию начнут завтра.